попросишь от меня, невозможно. Ричард Дедпул в кино ходил. И... Восьмерочка была у типа. Это хорошо. Пушек больше не было, да? А тут две восьмерки. А что толку-то мне некуда напялить? Может, тут что-то есть, я что-то не лутал, да? А, лутал. Аж мозгу потемнело. Жду ошибки. Вообще не ошибается парень. Не ошибается. Опа. Lord of War. А почему он так бежал? Сидя. Без пощечки это чашка. Нужна пощечка. Спасибо за рейд. На ютубе Алекс Макчуб. Угу. I'm a liner. I'm a liner. Привет, скажи, позже, почему вот у меня Manic 2K, ставлю разрешение Full HD, картинка становится ну прям очень ужасная.
Ну, потому что диагональ монитора, скорее всего, 27 дюймов. Спасибо за полтос. Слишком много пикселей. Ой, точнее, слишком мало пикселей на дюйм. Поэтому картинка говно. По щечке нет. До 27 дюймов. А можно что-то сделать? Я в PUBG все настройки перепробовал. Возможно, у тебя есть в мониторе функция, которая делает... Типа из 27 дюймов там 25. И тогда плюс-минус норм будет. Но у тебя будет черное просто как монитор, и типа у тебя сделается как 25 дюймов, но все остальное у тебя будет темным. Просто черным. Вот, поэтому, возможно, так можно что-то сделать. А если такой функции нет, то тогда, увы. На 2К лучше играть на 2К. Это объективное мое мнение. Если этой функции нет. Собью колесо, не собью. А он перевернулся? Нет? Господи, он вообще там поехал. Не знаю, что делать в этой катке. Никого нигде нет. Привет, а с тобой можно сыграть дуо? Я новичок, всего неделю играю. Как сделать отображение шкалы и силы броска гранаты, как у тебя? Когда уже чеку выдернул? У меня нет такого. Ну, с воронки ты играешь, там нет. Если паблик, то там есть. Спасибо большое, спасибо за соточку.
Да вы чё все сюда съехались-то, ё-моё? Вам чё, тут медом намазано, что ли? Там еще один дроп лежит. Взорвать, что ли, эту тачку? Что с этой рысью не так? Жесть. А, не то. Ладно, так сделаю, неважно. Просто два нечестных гана в игре. Офигеть. Два самых нечестных гана в игре. Тут вообще не надо упреждения брать, да? Так, и мне надо еще, пожалуй, одного кого-то выстрелить просто. Куда-то. О! Не. Но этому глайдеру будет капец, если он сюда полетит. Объективно. А, он сюда и летит, да? О, так это дядя твоя смерть. Это твоя смерть. Ты не выживаешь. Подожди. Ну да. Я из-за тебя не релоднулся, чел.
Дайте еще рысь. Да, хватит. Стой. Обратно. Ладно. Тут уже как будто бы с пулемета проще убить. Эй, я не релоднулся. А, его убили? Не вижу отсюда. А где мой этот? Размен там произошел. Надо драгунов обратно брать. Где мой драгунов? Там он чел бежит. Как раз. Че, с пулика зажмем? А, он просто стоит. А че он стоит? АФК? Я понял, что он не дойдет до зоны или что? Я не понимаю, че с людьми. Что это? Что с ними не так? Чел пострелял и от зоны сдох. И у меня слева чел. АЕшечкой? А, все? Это последний был? Жесть какая. Это лучше, чем катка, которая у меня была до этого. Жесть.